Приветствую всех любителей парфюмерии. И вы просите меня показывать те ароматы, которые я бы рекомендовала носить летом. Те, что дарят прохладу, или это ароматы, возможно, ухода, ненавязчивые, но с ярким характером. Именно такие я люблю. Горячо рекомендую, точнее, прохладно рекомендую, ароматы прохладные. Если вы вдруг не обращали внимания на него, то обратите все это в распиве. Вы можете попробовать в небольших от Levante, Dolce от Dolce & Gabbana. Вот это самая версия с такой белой, ну, лилия, кувшинка. На самом деле это аромат про кувшинки, про водянистые такие вот цветы. Это то, что имеет яркий характер, то, что я довольно хорошо слышу в течение дня. Именно это меня радует в нем. Белоцветочно, лилейно, кувшинковый, очень необычный. И, на мой взгляд, довольно-таки сильно выделяется интересностью, вот такой характерностью композиции из всех ароматов этой линейки. Следующий красавчик, который я, скорее всего, повторю, если мне захочется снова погрузиться в прекрасный мир уходовых ароматов, чистоты, чистого белья, хрусткого, знаете, такого слегка морозного. Это Кастельбажак, если я правильно, Кастельбьяк, если я правильно читаю, конечно, художественное произведение. Видите, флаконы, и они получали за это премии. Действительно интересный. Очень интересный аромат с нотой миндаля, но это аромат не про гурманский такой вот съедобный почти миндаль, а аромат про, по крайней мере на моей коже он так открывается, запах чистоты, чистого выстиранного белья с кондиционером миндальным и таким, знаете, остреньким, ярким. И композиция очень интересная. В ней и как будто бы горный воздух есть, и свежесть. И, на мой взгляд, он из разряда Байреда Бланш. А вот Бланш я не могу носить. То есть там прямо запах порошка яркий для меня, для моего носа. А вот это, ну, такая обворожительная штучка, очень приятная. У меня в версии, вот как вы видите, Eau de Parfum. И я очень вам рекомендую попробовать. Если любите ароматы ухода, вот такого чистоты-чистоты, почти зимней такой чистоты, со льдом даже, я бы сказала, со снежинками, миндальными снежинками, то обязательно попробуйте его. Aqua Allegoria Tesoura. Аромат про коктейль зеленого чая и горного воздуха. Если любите одно и другое, морского, горного, потому что здесь нота колонн, но он уже у меня заканчивается. Все, кто хотел попробовать, остались очень довольны. Все, кто заказывал от Levante, говорят, что это один из самых интересных, необычных, почти... Знаете, вот таких чисто озоновых, ярких очень, при этом характерно ярких ароматов для лета. Меня очень вдохновляют ароматы, которые я слышу целый день, потому что я хочу ими наслаждаться, а не просто, знаете, как многие говорят, ой, я его наношу, и дальше я не слышу, мне делают комплименты, а я хочу, друзья, слышать. Вот его я слышу и получаю огромное удовольствие. Невероятный Джо Малон, колокольчики в росе, действительно аромат, знаете, вот такой росы на первых утренних цветочках. Ну, World Blue был, это, конечно, произведение искусства, которое, мне кажется, повторить вряд ли кто-то вот так стопроцентно сможет. Хотя скоро я покажу вам видео ароматы, которые очень похожи на Джо Малон. И, к сожалению, нет пока у них вот этого World Blue был. И те, кто попробовала в Levante, потом писали мне: Жанна, мы выдираем друг у друга этот несчастный от Levante, у нас он практически уже закончился. Он понравился всем, всем поколениям в семье, представляете? Вот такой хрустальной чистоты, настоящих, знаете, вот такие между колокольчиками и гиацинтами, какой-то очень интересный аромат, такой нежнейший-нежнейший и роса. Великолепно. Композиция La Pêche от Eisenberg представляет собой, на мой взгляд, чистый секс. Знаете, вот это действительно аромат сексуальный. Это чистое тело в креме с уходом и вот такой натуральный мускус чистого тела.
очень женственно, тонко, красиво, и тоже я слышу его целый день, несмотря на вот такую прозрачность его в буквальном смысле слова, то есть он не напористый, он очень приятный, звучит очень мягко, интеллигентно, при этом наводит на определенные мысли. Действительно интересный аромат, неожиданный. Ребята, он заканчивается уже у меня, так что если вы хотели попробовать, обязательно обратите на него внимание, кто любит вот такие хрустальные ароматы чистоты и нежности. Говоря об ароматах чистоты, свежести и прохлады, невозможно, совершенно невозможно обойти стороной аромат Michael Kors. Michael. Вообще, с брендом Michael Kors у меня не всегда складываются отношения, но вот эта штука меня, конечно, совершенно поразила. Это замороженные цветы белые, это такая прохлада, это так невероятно красиво, и на мне никогда не индолит, в отличие от Назамата Narcotic Venus, который очень на него похож, очень безумно. Да, в Michael Kors есть нота каллы, она очень редко встречается, если вот такие белые цветы, практически редкие, очень вы любите, то обязательно стоит его пробовать, это красота, он не сладкий, он свежий, он словно ледяной. Нероли и Орхидея от L'Occitane. Сейчас он по очень-очень хорошей скидке. Все от Леванте. Вы можете попробовать, ну, просто буквально в подарок. О чем он? Это снова аромат ухода. Очень чистый, очень нежный. Как будто бы вы вышли после душа и нанесли на тело крем с Нероли и Орхидеей. Да, вот такой аромат. Очень понравится любителям пудровых, нежных, тонких, не густых ароматов и ароматов ухода. Обязательно советую вам его попробовать. Один из тех, как мне кажется, который не похож ни на что в люксе. Ну, и теперь для тех, кто любит необычные ароматы с ноткой камфоры, какой-то легкой лекарственности, прохлады и такой, знаете, натуральный какой-то, не масло натурального, а вот оттенков таких витающих в воздухе, словно кто-то ароматерапию проводит. Для меня этот аромат где-то рядом с Balde Afric. По ощущениям вот таких полулекарственных, чуть сладковатых, каких-то натуральных, не масел, а вот оттенков, словно оттенков только. Кстати, аромат этот сейчас в распродаже, как остаток во флаконе и в качестве от Левантов, тоже по очень-очень выгодной цене. Он прохладный, и с этой точки зрения очень правильная такая вот ледышечная упаковочка. Кстати, вот оформление мне безумно нравится. Надеюсь, что среди вот такого богатства вы точно найдете что-то свое на лето, прохладное, необычное, с интересным характером. Всем прекрасного дня, желаю хорошего настроения и, конечно же, удачи и новых впечатлений.